Убейте, пожалуйста. Так, все, сейчас метки на танков поставлю. Пока посумоним тут. Твинка и эту выкинь с рейда. А какой у него твинк? Седьмая группа офнит. Ёпаншай, мы. Тыкните, пожалуйста. Тут сова, блядь, жирная, я не могу тыкнуть. О, попал. Тыкайте на сумон. Все, все тут пошли трэш бить. А чё, убили первую пачку? Вон, пошли. Чем ты зацепен? Танк его нагрят. Я под этим деревом. Мне нужна помощь. Твоя сила на исходе, древнейшая. Скоро ты приспешишь. Раска, ты просто офнул, чтобы собрать не тикал. Я просто охнулся, блять, ждал, пока ты там раздуплишься. На самом деле. Чё раздуплишься? Ты про что? Ты там, блять, собирал пати. Ну и что? Что тут такого? Опа, какая-то сапрот, а я в первой пати, ты понимаешь связь? Нет, ну я тебе и говорю, ты охнулся, что типа сапрот, чтобы не тикал. А не пока я раздуплюсь. Это связано вместе с этим. Нет, на самом это деле не связано. Вон там Вага. Выдерните, командир. Почему командир не кивает, а? Да, хуёво. Так бы завёл, убил весь рейд. Не, я АФКшеров подвёл бы, поубивал. Да вот тут эти агрессоры же кливают, можешь их подвести. Да их он друидирит, танчит. Ну давай, я буду в следующий раз командира. Там вон ещё есть, вон пачка. Я командира заберу, ты агрессора. А мне одного хватит. Чтоб они, сука, на починку потратили всю голду, да? Да. Давайте. Где там? Я там одного агрессора заберу. Так-то у вас станы есть, чтобы пробудитель не откидывал, милики не теряли дамаг, тем более не сдыхали. Сау. У меня станы раз в 2 минуты, блядь. Есть сау. Есть фир, есть тайфун у совы, есть сау. Прыгать, тайминг прыгаешь и не всегда. Можешь отпрыгивать. Вот же не хил меня. Что-то там какой-то наебал с подпрыгиванием. Там тайминг, не с подпрыгиванием, а с отпрыгиванием. Просто отпрыгиваешь на 15 метров и все, два прыжка делаешь. И потом дальше бьешь. А попробуйте вот этих вот тоже двух, вот которые слева стоят. Да, вот и агри.
Не трогай, это на Новый год. Ваниеля не достает. Достает его Хиля все время. А он крутить должен между собой это крутить. Ах, он сукин сын. Во, не сильно. Чуть-чуть осталось. Добьем его, да? А, ты убиваешь-то? О! Хорош. Он еще и топнул. Это вместо ГП. Так нет, теперь еще и ГП дает. А ты на самом деле, ты в ДБМе не поставил, сколько перекую, ты сказал, покурите там что-то пока. Я говорил 5 минут. Минут он говорил. 5 минут говорил. Сколько он говорил? 5 минут. Ну часы, я думаю, у всех есть. Не знаю, это у всех по-разному. А, разные часы, я понял. Если по серверу смотреть, тогда еще можно. Ну давай это, че, блядь, Савиану ебанем, мы тут близко. Я подлагиваю что-то. Подожди, спятность. ДД прыгаешь? Да, а что тут тусоваться просто так? Да. Блять, нет. Скажешь, как готовка вот. Как что на Халеоне сдох сейчас, пока его. Вот, ну. Все. Вы что меня уронили? Хуль ты под клип лезешь? Да я ФК стоял же, я же написал. Пошли на этого петуха. Треснись меня, пожалуйста, кто-нибудь. Ты вынь, зайди тут, блять, сразу у входа появляешься, ты чё? Этот, Кават на боссе. Первая копия Антонидас, последняя копия этот ромбик. Бать, вы гоните. Рыба стоит. Дайте рыбку. Перед Халеоном бы уже дали. Вот тебя сейчас будем 10 секунд ждать. Иди, а короче. Рыба? Иди, короче, пуляй там. Я у меня маны нет. И нарковату залейте. Вон там, кто-то. Одень ДД шмотки танковские, тебя прохилят. Залил, все, иди. Все. И ребаф дайте фул. Это уже перед Халеоном дадут. Сейчас об этом не беспокойся. Ну окей. Тебя никто не спрашивает ДПС на этом боссе. Хорошо. А потом Вага скажет, что это за херня. Да, Вага всегда следит за моим ДПС. Это хорошо. Я же его ученик. Подойди поближе к боссу, Антонидас, чтобы когда откинуло, ты был близко к копии. Вот так вот примерно подойди. Уже скоро будет. Я вот узнал кого-то. Ну смотри сам. Так, вот копия твоя. Ты забери копию-то. Вот видишь, я тебе о чем говорил. Ты не слушаешь. Прохильте. Последнюю копию буду выводить, ну, за спину босса сюда. Вот тут ШП стоит, всякие шаманы в тотемах. Там имейте в виду, через вас поведу. Так что отбежите вправо-влево. Лост. Да не надо ушел. Надо, вы чё, укрылись. Кого-то лучше хильте.
Вихрь, да, пизуха. Да. Бежим до последнего. Кто там вырубите, блядь, активацию? Йотун или кто там? Ну, Йотун, блядь, все на кнопочку, А кто там гавкает, блядь? Слышно было? А ты хоть до меня-то доебался, ты чё, нахуй? Показал, что твой голос, блядь. Висяу там. Кнопку, блядь, всегда услышал. Коват на боссе, дальний трэш, Антонидас, я тут ближний. Я уже сел на позиции, жду. Подбегайте сюда быстрее. Тинки, опять надо под друидом обновить, нет? Да не надо ничего, пуляй босса. Алекстраза выбрала достойных союзников. Жаль, что придется прикончить вас. Вон, мать, 104 тонны видел. Обратите их в пепел! Так, секунду, сейчас чарку перебью. Кинь мне промоут и лутерн хантер. Зря, кстати, вара кикнул. Рубиновое святилище пало. Похуй, да. Нет, там же заходи. Бойт, а чё, почему меня почему-то кинул? У меня там пес стабильно умирать будет, а в свету я трэш буду, а ауе заливать хорошо. Маги, интеллект бахните, пожалуйста. Скидай там хилов танков. Тима это у нас первая группа. Да. Ты на пульте, пожалуйста, большого на меня.
где рыба-то? Нет. А на кого ты пять не бить, когда мелкий, блядь? Знаю я. Если не на поле, то РДД его сорвут. Предупреждаю сразу. Ой, сомневаюсь я в этом. Если я Денчик смог, то ты-то, блядь, наверное, тоже сможешь, я думаю. Меняй, блядь, его. Ну кого-нибудь в хила спекни. Япончик. Япончик, да. ШП в тебе нужен. Кому? Вон кому? Классная ШПжная. Блин, может быть, нямка сейчас он опять потупит, да зайдет. О, Локу только нужен. Хила справится, нет, спокойно, два друида, блин. Мне танк обходил и вдвоем, и все, и спокойно, блин, и он, и жизнецвет по стаку пусть. Да, и ты с двух ударов попал, понятное дело. В прошлый раз отъехал уже ненадолго, буквально через 2 минуты уже подошел. Я вам советую подождать. Тихая. Минута стала. Бля, да если в интернет отвалил. Я пока офнусь, чтоб саппорт не тикал. Скажи. А то там мне 15 минут уже саппорта осталось, перепивать неохота. Кто, шаман зашел в дискорд, надеюсь? Отрубает, пишет. Пишет, заходит. Где Враск? Зашел? Заходи. И ты заходи, чтоб потом тебя не ждать. Так, Антонизус, и чё, заходи. Ага. Заходи, Антонизус. Захожу. Я там светут?
А чем вы слушаете? Первая пати тьма, запомните всегда, пожалуйста. Хочу пиво. Близко стоишь. Охуенно. По-моему, хорошо он догорает. А может стопнуть? Заходите, заходите. Блять, лег. Я его сбрил. Да меня не заходили еще, блин. Долго заходили, и он... Так, а как тебя хотать, если тут рейд просаживается? Тут тоже рейд просаживается, хилишь рейд. Тут надо танк... Как я должен? Ну, я не знаю. У меня заходили, я заходил. Ну так а что ты не дождался? В прошлый раз я перед заходом отдал инстинкт выживания наращивание и дубовую кожу как зашел. Адванс. Заходи, Кават, что ты ждешь, Кават? Адвансы жду. Там диван снять надо кому-то. Нет, там адванс стоял. Босс появится. Какой диван? Вон у кого. Ну я ее не настакиваю. Огромный рыба срывать. Слева. Начало эры разрушения.
Так, а чё танк-то спешит? На пульте наковато. Вот я сейчас ставлю стак от начала. Хорошо, хорошо. Каплю дам. Каплю дал, иди. Ходите. Да какого хрена ты? Сразу ты когда заходил? Ой, это дай мне. Подходит. Да, да. Хилы заходят, нет? Все хорошо, скрыто. Так. Так можно еще поменять? Сейчас будет 56. И тут 53. Скажи, вот. Метеор, пошли. Большого на пол. Блять. Почему? Да. Пелена полумрака. Да. Это пелена, это шоуешный урон. Он по всему рейду идет. Я точно так же стоп, типа, стоял, бил и... Видимо, это же говна, блядь. Они сильно лево от япончика стояли, прям видно далеко. Небеса в огне. Не, он нормально стоял. Мы не от лезвия сдохли. Лезвие, что Нарсия точно от лезвия. Ну, блядь, я не про Нарсию. Ты, блядь, ты вот
ты был во тьме, потом хуяк в свету появился, да? Правильно так было? Да. Ну это от лезвий, значит, ёпт. От каких лезвий? У него не было, блять, если. Вот и сдох. Ну кони информацию смерти. Ее нету. Там просто нет. Кнул и все. Нет, она в чате. Ну, скажите, там. Как можно было не удержать агро? Мы его заходили, он зашел, прошла у нас лужа. Мы подошли к порталу, зашел в портал, умер. Как? Чат, посмотри, там отображается информация. Это просто невозможно. А? Кому отсюда ничего не нужно, плюс фрейд поставь. Просто горно засунуть сюда. Ой, может ты во тьму выпрыгнешь, а потом в свет со всеми прыгнешь. Все равно смысла нет. До первого метеора. Поставьте конту портал в Долоран, пожалуйста, маг. Кто будет большого напуливать, если ты ханта уберешь? Во тьме был? Окей. Он был во тьме. Я ждал, пока мелкие пройдут, чтобы Т5 отдать, и в этот момент сорвали, пока они проходят. Сейчас попробую, но, возможно, мелкие тоже будут на мне тогда. Поэтому я жду. Сагрота. У него все с агро нормально вроде у кого. Конечно. Что ты? А что ждать?